Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. У нас сегодня следующий вебинар по математике. Его буду вести я, учитель начальных классов, лицей Дараги Агаджан Бахумар. Сегодня мы с вами рассмотрим следующие содержательные линии. И следующая содержательная линия – это у нас измерение. И по этой содержательной линии у нас будет три вопроса. Темы, исходящие из этой содержательной линии, у нас длина, масса, емкость, время и деньги. Вначале мы с вами рассмотрим теоретический материал. Итак, единицы измерения длины. Для измерения длины предназначены следующие единицы измерения. Миллиметры, сантиметры, дециметры, метры, километры. Самая маленькая единица измерения – это миллиметр. Один сантиметр у нас равен 10 миллиметрам. Следующая единица измерения длины – это дециметр. Один дециметр – это есть 10 сантиметров. Следующая единица измерения – это метр. В одном метре у нас 10 дециметров. В одном метре 10 дециметров и также 100 сантиметров. Километр считается самой большой единицей измерения длины. В одном километре у нас 1000 метров. Теперь перейдем к практическому материалу и рассмотрим с вами следующее задание. Итак, задание первое. Вычислите 24 метра 3 сантиметра минус 2 метра 18 сантиметров плюс 50 дециметров 1 сантиметр. Для того, чтобы выполнить это задание, мы вначале должны будем перевести все в одну единицу измерения. Самая маленькая единица измерения здесь у нас сантиметр. Поэтому переведем все наше задание переведем в сантиметры. Итак, мы уже знаем, что в одном метре у нас 100 сантиметров, поэтому 24 метра – это будет у нас 2400 сантиметров, и плюс еще 3 у нас получается 2403 сантиметра. Минус 2 метра – это 200 сантиметров, и еще 218 сантиметров. Плюс 50 дециметров, это у нас будет 500, и еще 1 сантиметр, получается 501 сантиметр. Теперь выполним наши вычисления. Итак, если 2403 мы отнимем 2018, то у нас получится 5, занимаем, 8, 1 и 2. Получается 2185 сантиметров. Теперь мы должны к этому прибавить 501 сантиметр. У нас получается 6, 8, 6 и 2. Это у нас сантиметры. Теперь нам нужно будет посмотреть, где же у нас есть, в каком варианте правильный вариант. Итак, у нас 2686 сантиметров. Посмотрим первый вариант. Это А. 26 дециметров, 86 сантиметров. Нет, нам этот вариант не подходит, потому что мы знаем, что если мы переведем в дециметры, то у нас получится 268 дециметров и 6 сантиметров. Этот вариант нам не подходит. 26 метров, 86 сантиметров. Если мы переведем сантиметры в метры, то у нас как раз и получается 26 метров 86 сантиметров. Дело в том, что мы знаем, что в одном метре у нас 100 сантиметров. Значит, правильный вариант ответа – это будет вариант В. Рассмотрим задание номер 2. От рулона ткани сначала отрезали 7 метров 69 сантиметров. Затем на 5 метров 56 сантиметров – больше. Сколько метров ткани отрезали от рулона? Итак, чтобы ответить на вопрос нашей задачи, мы вначале должны узнать, сколько же отрезали во второй раз. Для этого мы должны переведем 7 метров 69 сантиметров, переведем в сантиметры. Так как во второй раз отрезали на 5 метров 56 сантиметров больше, поэтому мы прибавим 556.
теперь у нас получится 5, 2, 13. 1325 сантиметров. То есть это отрезали у нас во второй раз. Теперь нам нужно узнать, сколько же всего отрезали. Для этого мы должны тысяча триста двадцать пять сантиметров прибавить 769 сантиметров. И у нас получится 4, 9, 0 и 2. 2094 сантиметра. Итак, у нас получается это в сантиметрах, а у нас ответ дан в метрах. Если мы переведем в метры, то у нас получится 20 метров 94 сантиметра. Итак, правильный ответ это будет 20 метров 94 сантиметра. Теперь рассмотрим следующее задание. Задание номер 3. После того, как портной использовал 2/5 части всей ткани, у него осталось 270 метров ткани. Сколько метров ткани использовал портной? Итак, у нас в условии говорится, что портной использовал 2/5 части, и у него осталось 270 метров. Значит, у нас целые, это у нас, мы целые разделили на 5 частей. Две части портной у нас использовал, значит, у нас осталось 3 части. То есть 270 метров – это есть 3/5 части. Для этого мы теперь определим, сколько же у нас осталось. Для этого мы определили, что 270 метров – это есть 3/5 части. То есть это то, что у нас осталось. Теперь, зная, что 270 метров – это 3/5, мы должны узнать целое, то есть узнать весь количество всей ткани. Для этого мы должны будем 270 разделить на 3 и умножить на 5, потому что у нас 3/5 части составляет. 270 разделить на 3, это будет у нас 90. 90 умножить на 5 будет 450 метров. Значит, весь рулон у нас есть 450 метров. Теперь, зная, что весь рулон составляет 450 метров, общее количество ткани, а у нас портной использовал 2/5 части. Нам нужно узнать, сколько же он использовал. Мы должны от 450, узнать, сколько использовал портной двумя способами. Либо мы найдем от 450 2/5 части, для этого мы 450 должны будем разделить на 5 и умножить на 2, это делает 180 метров. Либо мы можем от 450, от всей ткани, отнять то, что у нас осталось, 270, и у нас вновь получится 180 метров. Значит, правильный ответ у нас вариант D. Рассмотрим задание 4. Какие числа нужно вписать в пустую клетку, чтобы равенство было верным? Для этого, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что в этом выражении у нас различные единицы измерения. Поэтому мы сначала приведем к одной единице измерения в сантиметрах. Итак, 2/5 метра. Это значит, мы знаем, что в одном метре 100 сантиметров, значит, мы должны 100 разделить на 5 и умножить на 2. Это будет у нас 40 сантиметров. Значит, 2/5 метра составляет 40 сантиметров. Теперь у нас получается следующее выражение. 40 сантиметров равно 8 дециметров, это 80 сантиметров, и плюс еще 5, 85 сантиметров. Теперь нам нужно найти неизвестное, число, которое мы должны вписать в пустую клетку. Для этого мы от 85 отнимаем 40. И у нас получается 45 сантиметров. Теперь посмотрим вариант ответа. Значит, у нас есть вариант и С,
И, значит, вариант D тоже подходит. 4 дециметра, 5 сантиметров, тоже делать 45 сантиметров. Но мы не можем подставить этот вариант, потому что у нас здесь именно дается в сантиметрах. Поэтому правильный вариант у нас будет вариант C. Пятое задание. В ателье было 150 метров материи. Из этой материи шили 24 женских халата, расходуя на каждый халат по 3 метра. Из остальной материи шили детские платья, расходуя на каждое платье по 2 метра. Сколько детских платьев шили в ателье? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вначале мы с вами должны будем узнать, сколько же тканей потратили на пошив женских халатов. По условию мы знаем, что на каждый халат потратили по 3 метра и шили 24. Значит, мы должны 24 умножить на 3. И у нас получится 72 метра. 72 метра это потратили на халат. Теперь нам нужно узнать, сколько же у нас осталось, потому что по условию из оставшейся ткани шили детские платья. Так как у нас было всего лишь 150 метров, мы отнимаем 72, и у нас получается 78 метров. Значит, это у нас оставшаяся ткань. Из этой оставшейся ткани шили детские платья, расходуя на каждое платье по 2 метра. Значит, разделив количество ткани на количество ткани, которая идет на одно, на каждое детское платье, мы можем узнать количество детских платьев. Итак, у нас получится 78 разделить на 2, 39. Значит, правильный вариант будет вариант А, 39 платьев. Рассмотрим шестое задание. В ателье было 2 рулона материи длиной 96 метров и 84 метра. Из них шили плащи. Из второго рулона получили на 3 плаща меньше, чем из первого рулона. Сколько всего плащей шили из первого рулона? Итак, у нас есть 2 рулона. Один у нас, в первом рулоне у нас больше ткани, чем во втором. И как раз эту разницу и составляет то, что вот из второго рулона получили на 3 плаща меньше. Значит, для начала мы найдем разницу. То есть мы от 96 отнимаем 84, и у нас получается 12 метров. Вот эти 12 метров и есть 3 плаща, потому что по условию говорится, что из второго рулона получили на 3 плаща меньше. Разделив 12 на 3, мы узнаем количество ткани, которое у нас пойдет на один плащ. Это будет 4 метра. Это будет 4 метра. Зная, что сколько у нас ушло на один плащ, у нас 4 метра, нам нужно узнать, сколько всего плащей шили из первого рулона. Так как в первом рулоне у нас 96 метров, то 96 разделив на 4 мы узнаем количество, и это будет 24. Значит, правильный наш ответ – это вариант С. 24 плаща. Рассмотрим седьмой. В мастерской 810 метров ткани. 4 девятые этой ткани израсходовали на пошив брюк, а из остальной ткани шили пиджаки и жилеты. Расходуя на пиджак на 80 сантиметров больше, чем на жилет. Сколько ткани израсходовали на пошив пиджаков. Итак, у нас всего 810 метров ткани. Вначале мы узнаем, сколько же потратили на пошив брюк, израсходовали. Для этого мы должны будем 810 разделить на 9, чтобы узнать, сколько же составляет 4 девятые части. 810 разделив на 9, это делает 90, и умножить на 4 получается 360 метров. Значит, 360 метров у нас израсходовали на пошив брюк. Из остальной ткани шили пиджаки и жилеты. Значит, от общего количества 810 мы должны метров отнять 360 метров. И получается у нас 450 метров. Значит, 450 метров у нас потратили на пиджаки и жилеты.
Причем расходую на пиджак на 8 сантиметров больше, чем на жилет. Теперь составим следующее уравнение. Предположим, что у нас на жилет потратили x метров. Тогда на пиджак у нас потратят на 80 сантиметров больше. А всего у нас потратили 450 метров. Отсюда мы можем составить уравнение. Но дело в том, что у нас по условию говорится, что на пиджак потратили на 8 сантиметров больше. Поэтому мы должны будем метры перевести тоже в сантиметры. И это у нас получится 45 тысяч сантиметров. Теперь составим уравнение. X плюс 80 равно 45 тысяч. Теперь X плюс X это делает 2X равно. Нам нужно будет от 45 тысяч отнять 80. 2X будет равно 44 тысячи. 920. Теперь, чтобы найти x, мы должны будем 44 920 разделить на 2. x будет равен у нас 22 460. Это сантиметров. Значит, столько у нас потратили на жилет. Но по условию нам нужно узнать, сколько же потратили на пошив пиджаков. Так как на пиджаки у нас потратили на 8 сантиметров больше, тогда мы должны к 22 460 прибавить 80. И у нас получится 22 540 сантиметров. Теперь мы должны будем их перевести в метры. Так как мы знаем, что в одном метре у нас 100 сантиметров, то у нас получается 225 метров и 40 сантиметров. И правильный вариант – это у нас вариант А. Рассмотрим восьмую задачу. Периметр треугольника равен 16 сантиметров. Две его стороны равны между собой, и каждая из них на 2 сантиметра 9 миллиметров больше третьей. Какова наименьшая сторона треугольника? Давайте мы с вами нарисуем треугольник. По условию у него две стороны равны. Значит, раз две стороны равны, значит, это у нас равновиденный треугольник. Эта сторона равна, предположим, этой стороне. И по условию у нас говорится, что каждая из них на 2 сантиметра 9 миллиметров больше третьей. То есть эти две стороны больше на 2 сантиметра 9 миллиметров. Также и эта сторона, чем третья сторона. Теперь предположим, что наша третья сторона, мы ее обозначим через х. Нам неизвестно. Тогда у нас получается, что вторая сторона, у нас это будет длина х плюс, переведем сантиметры в миллиметры, это получится 29 миллиметров. Х плюс 29 будет эта сторона. У нас вторая сторона равна. Значит, у нас получится еще х плюс 29, так как у нас это равноведенный треугольник, две равные стороны. И периметр равен 16 сантиметрам. Сантиметры мы опять переведем в миллиметры, и у нас получится 160 миллиметров. Теперь решим это уравнение. У нас 3х, это получается 3х. Переносим известное в одну сторону, неизвестное в другую. 160 минус 29 минус 29. Отсюда 3х будет равно, у нас получится 102. Чтобы найти х, мы должны будем 102 разделить на 3. И х у нас будет равен 34 миллиметрам. А это есть 3 сантиметра, 4
миллиметра. По условию нам говорится найти наименьшую сторону. Вот у нас как раз получается наименьшая сторона, которую мы обозначили через x. Две стороны у нас больше на 2 сантиметра, 9 миллиметров больше третьей стороны. Поэтому правильный ответ будет 3 сантиметра, 4 миллиметра. Правильный вариант – это вариант D. Рассмотрим девятую задачу. От города до поселка автомобиль доехал за 3 часа. Если бы он увеличил свою скорость на 25 км в час, то проехал бы это расстояние за 2 часа, чему равно расстояние от поселка до города. Итак, нам не дана скорость, то есть мы не знаем, чему была равна скорость. Есть только лишь условие, что если бы он увеличил бы свою скорость. Итак, предположим, что обозначим скорость через x. Тогда по условию мы знаем, что он должен ехать 3 часа, то за 3 часа путь, который он проедет, будет равен 3х. Теперь он увеличил свою скорость на 25 км в час. То есть была скорость x, мы добавляем 25 км в час. И с этой скоростью он двигался 2 часа. Значит, x плюс 25 умножить на 2, это будет путь, который он проедет, s. Теперь, учитывая, что путь у нас один и тот же, он проходит, что за 3 часа с неизвестной скоростью x и со скоростью, увеличенной на 25 км, но за 2 часа, он проходит одно и то же расстояние. Поэтому, зная это условие, мы можем составить следующее уравнение. 3х у нас равно x плюс 25 умножить на 2. Раскрываем скобочки. 3х будет 2х плюс 50. Известное в одну сторону, неизвестное в другую. И у нас получается, что x равен 50 км в час. Итак, скорость у нас была автомобиля 50 км в час. Теперь посмотрим, рассмотрим наш вопрос. Нам нужно узнать, чему равно расстояние от поселка до города. Итак, со скоростью 50 км в час он доезжал за 3 часа. Значит, если мы умножим 50 км в час на 3, то мы найдем путь 150 километров. Или же по-другому, зная, что его скорость 50 километров, скорость увеличилась на 25, то есть после увеличения она будет уже 75 километров в час, и с этой скоростью он двигался 2 часа, то 75 умножаем на 2, у нас получается 150 километров. 150, 150. Значит, правильный ответ – это 150 километров. Вариант Е. Расстояние от поселка до города было равно 150 километров. Рассмотрим десятую задачу. Вдоль аллеи по прямой высадили 13 кустов. Расстояние между любыми двумя соседними кустами одинаковое. Найди это расстояние, если между крайними кустами 168 дециметров. Итак, у нас вся аллея, длина аллеи 168 дециметров. У нас здесь высадили кусты. Как вы помните, уважаемые участники вебинара, то у нас всегда считается количество промежутков на один меньше, чем количество деревьев, которые обычно сажаются вдоль аллеи. Поэтому мы должны 168 дециметров разделить не на 13, не на количество кустов, а чтобы узнать именно расстояние, нам нужно разделить на количество промежутков. А количество промежутков у нас будет 12. Для этого мы 168 делим на 12. И у нас получается 14 дециметров. Значит, у нас расстояние между любыми двумя соседними кустами равно 14 дециметрам. Правильный вариант ответа – вариант Б.
Теперь рассмотрим следующую единицу измерения. Это масса, единица измерения массы. Масса – это величина, обозначающая количество вещества в теле. Для измерения массы используются следующие единицы измерения – миллиграммы, граммы, килограммы, центнеры, тонны. Самая маленькая единица измерения – это миллиграмм. Следующая единица измерения – это грамм. В одном грамме 1000 миллиграмм. Следующая единица измерения – это килограмм. В одном килограмме 1000 грамм. В одном центнере 100 килограмм, в одной тонне 1000 грамм. Теперь рассмотрим задание номер 11. Сравните. Итак, у нас даны сравнения. Нам нужно определить, какие знаки мы должны поставить в данном сравнении. Для этого сначала мы проведем наше вычисление. Итак, 3 тонны 368 килограмм мы переведем в килограммы, и это у нас получится, так как в одной тонне 1000 килограмм, получится 3368 килограмм. 42 центнера 79 килограмм, так как в одном центнере 100 килограмм, то у нас получится 4279 килограмм. Если мы их прибавим, эти числа, то у нас получится 7, 4, 6, 3 и 7. То есть 7647 килограмм. Теперь посмотрим правую сторону. В правой стороне у нас 8 тонн 547 килограмм. Тоже переведем в килограмм. У нас получится 8547 килограмм. Итак, в данном неравенстве мы должны поставить знак неравенства меньше. Рассмотрим следующее неравенство. Итак, 9 тонн 273 килограмма мы переводим в килограммы. Это делает 9273 килограмма. И мы должны отнять 4 тонны 689 килограмм. Это делает 4689 килограмм. В результате у нас получается 4, 8, 5 и 4. 4584 килограмма. Правой стороны неравенства 4 тонны 584 килограмма тоже будет 4584 килограмма. Значит, мы должны будем здесь поставить знак равенства. Итак, правильный вариант у нас будет вариант D. Знак меньше и знак равенства. Выразите в килограммах разность 3 седьмые от 42 центнеров и 2,5 тонны. Итак, если мы посмотрим внимательно, 42 центнера мы переведем в килограммы. Это делает 4200 килограмм. Теперь найдем 3 седьмые. Для этого мы должны разделить на 7 и умножить на 3. У нас получается 1800 килограмм. Нам нужно найти 2 пятые тонны. В одной тонне мы знаем 1000 килограмм. Значит, мы должны 1000 разделить на 5 и умножить на 2. И это у нас получается 400 килограмм. Значит, 2 пятые тонны равны 400 килограмм. Теперь найдем разницу. Разность. Для этого мы от 1800 килограмм отнимаем 400 килограмм. И у нас получается 1400 килограмм. Правильный вариант ответа – вариант С. Рассмотрим задание номер 13. В одном мешке 54 килограмма муки, а в другом 72 килограмма. Муку рассыпали в пакеты. Из первого мешка получилось на 6 пакетиков меньше. Сколько пакетов муки заготовили из двух мешков? Итак, уважаемые слушатели вебинара, мы должны здесь опять обратить внимание на разницу, значит, в мешках, на количество муки. В одном мешке у нас 54, в другом 72. И эту муку, когда рассыпали в пакеты, из первого пакета получилось на 6 меньше пакетов. Поэтому
мы должны вначале от 72 отнять 54, чтобы найти разницу. И это будет 18 килограмм. Вот эти 18 килограмм и есть 6 пакетиков. Разделив 18 на количество пакетиков 6, мы находим 2 килограмма. Значит, у нас в одном пакете, извините, я ошиблась здесь. 3 килограмма. Значит, в одном пакетике у нас 3 килограмма. Теперь у нас вопрос, сколько пакетов муки заготовили из двух мешков. Поэтому мы должны к 54 прибавить 72. У нас получится 126 килограмм. А затем количество разделить на 3, на количество муки в 1 килограмм. И у нас получается 42 мешка. Ответ, вариант А, 42 мешка. 14 задание. При очистке 3 килограммов грецких орехов получается 1 килограмм 100 грамм ядрышек. Сколько получится при очистке 21 килограмма ядрышек? Итак, у нас есть по условию 21 килограмм. И так как мы из 3 килограмм получаем 1 килограмм 100 грамм, сначала давайте мы с вами узнаем, сколько же таких порций по 3 килограмма в 21 килограмме. Для этого мы 21 килограмм разделим на 3. У нас получается 7. То есть 7 порций по 3. Если, значит, при очистке одной порции 3 килограмм мы получаем 1 килограмм 100 грамм, а это есть 1100 грамм, то, имея 7 таких порций, мы 7 умножаем на 1100, у нас получается 7700 грамм. То есть 7 килограмм 700 грамм. Итак, правильный наш ответ, это будет вариант Д, 7 килограмм 700 грамм. Задание номер 15. Для приготовления маринада на 1 литр воды требуется 12 грамм лимонной кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 10 грамм. Какое наименьшее число пакетиков нужно купить для приготовления 7 литров маринада? Итак, у нас, значит, нужно приготовить 7 литров маринада, а по условию на 1 литр у нас это 12 грамм. Значит, для того, чтобы приготовить маринад, нам нужно будет всего 7 умножить на 12. У нас получается 84 грамма. По условию мы знаем, что лимонная кислота продается в пакетиках по 10 грамм. Итак, если мы 84 разделим на 10, то у нас получается 8, но у нас еще есть остаток 4. Теперь нам нужно 84 грамма. Если мы купим 8 пакетиков, то у нас, а нам нужно 84 грамма, то нам не хватит, потому что в каждом пакетике у нас по 10 грамм. Поэтому нам будет не хватать 4 граммов. Поэтому мы в данном условии, в данном решении задачи берем не количество пакетов не 8, а 9. Потому что если мы возьмем 8, нам не хватит 4 граммов. Поэтому правильный вариант будет у нас вариант В, вариант 9. 16 задача. Дедушка привез бочонок, масса которого вместе с медом 9 килограмм. Когда съели половину меда, то масса бочонка с медом стала 5 килограмм. Сколько килограмм меда было в посуде первоначально? Итак, у нас бочонок вместе с медом весил 9 килограмм. По условию съели половину, и бочонок стал 5 килограмм. Значит, если мы от 9 отнимем 5, у нас получится 4 килограмма. 4 килограмма и есть половина, которую съели. А раз 4 – это половина, значит, 4 плюс 4 у нас получается 8 килограмм. Значит, у нас всего 8 килограмм меда. Нам нужно узнать, сколько килограмм меда было в посуде первоначально. Значит, правильный вариант у нас – это 8 килограмм. Вариант А. Рассмотрим задачу 17.
4800 литров бензина были доставлены на автозаправочную станцию. В первый день они продали 1/8 часть всего бензина, а во второй – 1/6 часть оставшегося. Сколько всего литров бензина осталось? Итак, у нас было всего 4800. В первый день продали 1/8, значит, 1/8 часть у нас получается 600 литров. Это продали в первый день. Затем по условию нам говорится, что во второй день продали 1/6 часть оставшегося. То есть мы должны от 4800 отнять 600 литров, то, что использовали. И у нас получается 4200 литров. Это у нас осталось. И от оставшейся части у нас использовали 1/6 часть. То есть делим на 6 и берем одну часть. И у нас получается 700 литров. Теперь, так как у нас осталось 4200 литров, и мы отнимаем 700 литров, то у нас получается 3500 литров. Значит, у нас осталось 3500 литров бензина. Правильный вариант, вариант А. Задача номер 18. В первую неделю расход молока в столовой составил 55 литров в день. Во вторую неделю на 5 литров в день больше, чем в первую. Сколько литров молока столовая израсходовала за 2 недели работы 5 дней в неделю? Итак, если первый день у нас тратилось 55, затем увеличилось на 5 литров, стали больше, значит, стали использовать 60 литров. Нам нужно узнать, сколько литров молока израсходовал столовый за 2 недели работы по 5 дней в неделю. Значит, если одну неделю мы использовали по 55, то следующую неделю использовали 60. Итого мы использовали 5 дней в неделю. У нас получается всего 575 литров молока. Значит, за 2 недели столовые израсходовали 575 литров молока. Правильный вариант, вариант Б. 19 задание. 100 литров сока разлили в 3-литровые и 5-литровые банки. Сколько 5-литровых банок получилось, если 3-литровых было 10? Итак, по условию у нас 3-литровых 10. Значит, если мы 10 раз по 3 литра, это у нас делает 30 литров. Значит, из 100 литров 30 литров у нас использовали для налили в 3-литровый. Значит, мы должны от 100 отнять 30, у нас получится 70 литров. 70 литров, вот эти оставшуюся часть сока, разлили в 5-литровый. Значит, мы должны 70 разделить на 5. И у нас получится 14 баночек. Правильный вариант ответа – вариант Е. 14 баночек. Рассмотрим задание 20. Из сосуда 2/3 части которого составляет 12 литров, перелили в другой сосуд 3 литра. Количество жидкости в обоих сосудах стало одинаковым. Сколько литров жидкости было во втором сосуде первоначально? Итак, у нас есть 12 литров, 2/3 части, то есть 2/3 части составляет 12 литров. Для того, чтобы узнать, сколько же литров воды в сосуде, мы должны будем 12 разделить на 2 и умножить на 3, чтобы узнать целое. И у нас получается 18 литров. Значит, в сосуде у нас 18 литров. Затем из этого сосуда перелили в другой сосуд 3 литра. Значит, у нас останется в сосуде 15 литров. И в этом случае количество жидкости в обоих сосудах стало одинаковым. Значит, и в первом, и во втором по 15 литров. Сколько литров жидкости было во втором сосуде первоначально? Если у нас стало 15 литров, а туда добавили 3 литра, значит, первоначально было 12 литров. Значит, правильный вариант ответа – вариант С – 12. 21 задание. Автомобиль на каждые 100 километров расходует 12 литров бензина.
Сколько вместимость бензобака автомобиля равна 68 литров? Сколько литров бензина останется в его бензобаке, если автомобиль проедет 425 километров? Итак, у нас 425 километров. Мы знаем, что на каждые 100 километров он расходует 12 литров бензина. Итак, 425, это получается 4 раза по 100. И у нас еще остается 25 километров. По условию на 100 километров мы тратим 12 литров. 25, это есть 1 четвертая часть от 100 километров. Значит, на 1 четвертую часть мы потратим... И 1/4 часть, то, что бензина тратим на 100 километров. То есть 12 мы делим на 4, у нас получается это 3,25 километров. Да, это есть 1/4 часть. И у нас получается, что на 25 километров мы потратим всего лишь 3 литра. Тогда у нас получается, что это мы тратим 12 литров. Получается 4 раза по 12 и плюс еще 3 литра. И у нас получается 51 литр. Значит, мы потратим 400, на 425 километров, автомобиль потратит 51 литр. Теперь, зная, что в бензобаке у нас 68 литров, мы тратим 51 литр, у нас получается 17 литров. Итак, правильный ответ у нас вариант Е, 17 литров. У нас останется 17 литров бензина. Рассмотрим следующие единицы измерения. Это единицы измерения времени. Для измерения времени предназначены следующие единицы измерения. Секунды, минуты, часы, сутки. В одном метре 60 секунд. В одном часе 60 минут. Одни сутки и 24 часа. Теперь рассмотрим следующее задание. Вычислите 3 умножить на 2 часа 12 минут. Минус 3 часа 48 минут. Для этого мы переведем, значит, часы в минуты. И у нас получится, значит, мы должны будем 2 часа 12 минут. Это у нас получится 3 умножить 2 часа в одном часе 60 минут. 2 часа это 120. И еще 12 это делает 132 минуты. Минус 3 часа 48 минут. В одном часе у нас 60 минут. Значит, 3 умножить на 60, это делает у нас 180. 180 прибавить 48, это делает 228 минут. Умножаем 3 на 132, у нас получается 396. 396 мы отнимаем 228, и у нас получается 168 минут. Теперь, если 168 мы должны будем перевести в часы и в минуты, тогда мы 168 разделим на 60, то у нас получится 2 часа, это делает 120 минут, у нас остается еще 48 минут. Значит, ответ у нас будет 2 часа 48 минут. Правильный вариант ответа – вариант А. 23. Сколько километров за 1 час проедет машина, скорость которой 40 метров в секунду? Итак, у нас машина едет со скоростью 40 метров в секунду. Мы знаем, что нам нужно узнать, сколько километров машина проедет за 1 час. Итак, 1 час, мы знаем, что это есть 60 минут, а в одной минуте у нас 60 секунд. 1 час, это есть у нас 3600 секунд. Теперь, зная, что машина едет со скоростью 40 метров в секунду, нам нужно узнать, какой путь она проедет за 3600 секунд. Для этого мы 40 умножаем на 3600, и у нас получается 144 тысячи метров. Мы узнаем путь, который проедет машина. Теперь это у нас в метрах, а нам нужно определить, сколько километров. 144 тысячи метров, это будет равно 144 километрам, потому что в одном километре у нас 1000 метров. И правильный вариант ответа, это будет вариант D.
Задание 24. Сколько секунд составляет 1/5 часть 1/4 части часа? Итак, у нас в одну нам нужно определить, сколько секунд составляет. Значит, мы знаем, что в одном часе у нас 3600 секунд, поэтому мы должны 3600 разделить на 4 и умножить на 1, чтобы найти 1/4 час. Это делает у нас 900 секунд. Затем нам нужно найти 1/5 часть от 1/4. То есть от 900 мы должны найти 1/5 часть. И это будет 180 секунд. Итак, правильный ответ – это будет вариант Е. 25-е задание. Рабочий на изготовление деталей потратил за 3 дня 7 часов 50 минут. В первый и во второй день вместе он потратил 4 часа 15 минут, а во второй и в третий вместе 5 часов 45 минут. Сколько времени он работал во второй день? Итак, по условию нам нужно узнать, сколько он работал во второй день. Для того, чтобы узнать, сколько он работал во второй день, для начала мы узнаем, сколько он работал в третий день, потому что по условию в первый и во второй он потратил 4 часа 15 минут, а за 3 дня всего лишь 7 часов 50. Для этого мы от 7 часов 50 минут мы отнимаем 4 часа 15 минут. И у нас получится 35 минут, и здесь у нас получится 3 часа. Значит, получается, 3 часа 35 минут рабочий у нас потратил на третий день. Это у нас третий день. Теперь по условию нам известно, что во второй и в третий он вместе потратил 5 часов 45 минут. Зная, сколько он потратил в третий день, мы можем с легкостью найти время, которое он потратил во второй день. Для этого мы должны от 5 часов 45 минут отнять 3 часа 35 минут. И у нас получается 2 часа 10 минут. Значит, во второй день он работал 2 часа 10 минут. И правильный вариант – вариант С. 26-е задание. Она взглянула на часы. Часы показывали 8 часов 30 минут. Если он сейчас же отправится на вокзал, то, потратив на дорогу 40 минут, опоздает на поезд на 8 минут, в котором часу отправляется поезд. Итак, у нас часы показывают 8 часов 30 минут. Если он потратит 40 минут на дорогу, то у нас получится, что он прибудет на вокзал. Итак, 30 минут плюс 40 минут, это делает 70 минут, а это уже есть 1 час. Поэтому у нас получается 9 часов 10 минут. Значит, он прибудет на вокзал 9 часов 10 минут. По условию он опоздает на поезд на 8 минут, в котором часу отправляется поезд. Значит, мы должны от 9 часов 10 минут отнять 8 минут. И у нас получится 9 часов 2 минуты. И правильный ответ будет вариант Е. 9 часов 2 минуты. 27-я задача. В книге всего 35 страниц. Каждые 5 страниц Кямран читает за 15 минут и отдыхает на 4 минуты. За какое время Кямран прочитает всю книгу? Значит, у нас всего в книге 35 страниц. Каждые 5 страниц, то есть мы должны узнать, сколько же у нас получается частей по 5. Так, у нас получается
семь частей, то есть как бы на семь частей он разделил по 5 страниц всю книгу. Он читает 15 минут, то есть на каждую часть он тратит по 15 минут, но он отдыхает 4 минуты. Значит, мы знаем, что он тратит на чтение 15 минут, нам нужно узнать, за какое время он прочитает всю книгу. Значит, мы должны 7 умножить на 15, потому что 7 раз он тратит по 15 на чтение, плюс. Теперь, что же касается отдыха, то здесь мы уже возьмем количество не 7, а возьмем количество 6, потому что ведь с самого начала он начал читать книгу, он не отдыхал, он затем, прочитав первые 5 страничек, затем отдыхает, то здесь уже будет на 1 меньше, то есть будет 6. И мы возьмем, значит, 6 раз по 4 минуты, которые он тратит на отдых. И у нас всего получается 17 на 15 – 105, и плюс 24 у нас получается 129 минут. А это есть у нас 2 часа, потому что 129, если мы разделим на 60, у нас получится 2 часа 9 минут. Итак, правильный ответ, вариант С – 2 часа 9 минут. 28 задание. Сколько гапиков составляет 3/5 части от 3/4 манат? Так, мы уже сейчас начнем следующую единицу измерения, это деньги. Мы знаем, что в одном манате у нас 100 гапик. Значит, 3/4 части маната, чтобы найти, мы должны будем 100 разделить на 4 и умножить на 3. И у нас получается 75 гапик. 75 гапиков – это из 3/4 части маната. А нам нужно найти 3/5 части от теперь 3/4 части, то есть от 75. Поэтому мы должны будем 75 разделить на 5 и умножить на 3. И это у нас получится 75 на 5 – 15, и еще на 3 – 45 гапиков. Правильный ответ – это 45 гапиков, вариант В. У Тугрула, Ахмеда и Октая всего 474 маната. У Ахмеда в 2 раза больше, чем у Октая. А у Тугрула в 3 раза больше, чем у Октая. Сколько денег у Тугрула? Для решения этой задачи мы составим уравнение. Здесь у нас известно, что у Ахмеда в 2 раза больше, чем у Октая, и у Тугрула больше, чем у Октая. Поэтому мы предположим, что у Октая количество денег обозначим через x. Тогда по условию мы знаем, что у Ахмеда в 2 раза больше, это будет 2x. А у Тугрула у нас в 3 раза больше, чем у Октая, значит, будет у нас 3x. А вместе всего у них 474 маната. Значит, составим следующее уравнение. У нас получается x плюс 2x плюс 3x. Это делает все вместе 6x. 6х равно 474. Чтобы найти х, нам надо 474 разделить на 6, и отсюда х будет равно 79 манатам. Итак, 79 манатов у нас у Октая. Но нам нужно узнать, сколько денег у Тугрула. По условию мы знаем, что у Тугрула в 3 раза больше. Поэтому мы должны будем 3 раза взять по 79, чтобы узнать количество денег у Тугрула. И это будет 237 манат. Правильный ответ – это вариант Б, 237 манат. 30-е задание. Деньги, вложенные в банк, каждый год увеличиваются на 3/4 части. Сколько манатов будет в банке за 2 года, если вложено 1600 манатов? Итак, если мы вложили 1600 манатов, то он за первый год увеличится на 3/4 части. Чтобы узнать, насколько увеличится, мы должны узнать, сколько же будет у нас одна, то есть сколько же составляет 3/4 части. Для этого мы должны 1600 разделить на 4 и умножить на 3. Это делает 1200 манатов. Итак, у нас было 1600, у нас добавляется еще 1200 манатов. Мы 2 года не трогаем наши сбережения, и у нас получается 2800 манатов.
Теперь во второй год опять наши деньги увеличиваются на 3/4. То есть 2800 увеличивается опять на 3/4. И у нас получается в итоге 700 на 2100. Итак, у нас было 2800, плюс еще у нас добавилось 2100, и у нас получилось 4900 манатов. Значит, правильный вариант у нас будет вариант D, 4900 манатов. 31 задание. У Вугара на 21 гапи больше денег, чем у Анара. Чтобы купить 13 тетрадей, у Вугара не хватит 2 копеек. А если она купит 9 тетрадей, то у него останется 5 копеек. Сколько стоит одна тетрадь? Итак, мы предположим, что цена одной тетради у нас будет X. Мы не знаем, сколько стоит одна тетрадь. Но мы знаем, что если Вугар купит 13 тетрадей, то есть это будет 13X, то ему не хватит 2 копеек. То есть у него меньше, чем то, что мы должны заплатить за 13 тетрадей. Минус 2. Теперь Анар же, если купит 9 тетрадей, то у него, наоборот, останется 5 копеек. Теперь по условию мы знаем, что у Вугара на 21 копеек больше денег, чем у Анара. Значит, если мы это составим уравнение. 13х мы отнимаем 2, это деньги Вугара, равно, с правой стороны мы запишем количество денег Анара. Это есть 9х плюс 5 и плюс 21, потому что по условию у Вугара больше денег, чем у Анара. Теперь решим это уравнение. Известное в одну сторону, неизвестное в другую. 21 плюс 5, это будет у нас 26, и плюс 2. 13 отнять 9 будет 4х, это будет 28. Х будет равно 28 делить на 4. Х будет равно 7. Значит, цена одной тетради у нас 7 копеек. И правильный ответ у нас вариант А. Рассмотрим 32 задание. Владелец магазина купил ткань по цене 12 манатов за метр. Он долгое время не мог продать эту ткань и снизил цену до 9 манатов за метр. Какие убытки понесет владелец магазина от продажи 1426 метров ткани? Итак, у нас ткань стоила 12 манатов. Затем ее снизили до 9 манатов. То есть мы от 12 отнимаем 9, то есть у нас получается, что 3 маната, это у нас мы теряем с 1 метра, то есть владелец магазина теряет. А если он продаст 1426 метров, то тогда мы должны 1426 умножить на 3. И у нас получается 4278 манат. Значит, правильный ответ, вариант Е. 4278 манат. Задание номер 33. Пачка печенья стоит столько же, сколько стоит 2 пакета пряников. Сколько стоит 5 пакетов пряников, если пачка печенья стоит 1 манат 60 копеек? Итак, по условию у нас 2 пакетика пряников стоит, пачка печенья стоит так же, как 2 пакета пряников. Теперь у нас по условию пачка печенья стоит 1 манат 60 копеек. Значит, если мы 1 манат 60, это делает 160 копеек, переведем, разделим на 2, то у нас получится 80 копеек, это у нас стоит 1 пачка пряников. Теперь нам нужно узнать, сколько стоит 5 пакетов пряников. Для этого мы возьмем 5 раз по 80, и у нас получится 400 копеек, а это есть 4 маната. Значит, правильный ответ, вариант А, 4 маната. Итак, уважаемые участники вебинара, наш сегодняшний вебинар подошел к концу. Желаю вам хорошего настроения, побольше позитива и до встречи на следующем вебинаре. До свидания.